Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН и выложили на продажу новый наборчик за реальные деньги. Две машинки коллекционных песочного уровня, а именно Тетрарха и Т-15. Машина 2 и 3 левела за 4 бакса в составе набора. За эти 4 бакса что вы получаете? Вы получаете себе Т-15, которого вы сможете продать за 950 голды. Вы сможете продать того же самого Тетрарха, если вдруг будете продавать эти тачки, за 700 голды. Итого получается 1650 золотых. Золото за две этих машины. 780 киткоинов. Довольно интересный камо, который, ну, симпатично смотрится, вопросов нет. И камуфляж, который меня вообще никак не привлекает своим внешним видом. Такая себе елка новогодняя недоделанная. Но это мое скромное субъективное мнение. Не порицайте, на вкус и цвет товарищей нет. Два слота в ангар, а они стоят по 250 голды каждый. Того получается 500 золота экономии. 7 дней према. И плюс тому, ребят, если вы сделаете 10 боев победных, то, соответственно, получите себе один мистический контейнер, из которого, глядишь, какая-нибудь десятка даже упадет. Но это уже все от вашего счастья зависит. Я в контейнеры не верю, к сожалению. Что касается открытого оборудования, смотрится на этих уровнях очень даже смешно. Короче говоря, ребят, за вот эти вот 4 доллара, по крайней мере, у меня такой ценник, возможно, у вас отличается, по большому счету вы получаете, если вам не нужны песочные машины, то 1650 монет за них, и плюс еще 500 монет вы экономите, получая себе 2 слота под другие какие-то тачки. И 7 дней према. Вот так вот, ребят. Я не знаю, на кого-то производят впечатление такие наборы или не производят. Я бы, честно говоря, очень рад был бы, если бы разработчики сделали что-нибудь на тему возможности играть на данных машинах. Тогда я думаю, что интерес к этим машинам был бы существенно выше. Ну а так, всем, к сожалению, рассматривают данные машины исключительно как возможность продать их и получить с них голду. А к чему это, ребят, привело? Правильно, привело это к тому, что теперь у нас, как я уже говорил в одном из своих предыдущих видео, да, я думаю, вы сами новости смотрели, вы больше не найдете в следующих батл пассах, по крайней мере, в ближайшее время, коллекционных машин 6 уровня. Радуйтесь, ребят, теперь вам, скорее всего, продавать нечего будет. Я уже очень сильно сомневаюсь, что разработчики дадут возможность продавать камо, которое они собираются туда ложить вместо этих тачек, давать возможность их продавать и, соответственно, таким образом переводить в золото. Ну, ладно, здесь уже каждый принимал себе сам решение. Я лично не продал ни одной машины из батл пассов, я не собираюсь этого делать. На них уж очень просто брать знаки классности для того, чтобы выполнять какие-то боевые задачи. Ну да бог с ним, у каждого свои предпочтения, но принимайте взвешенное решение. Если вы за честные обзоры, если вы за честное мнение и хотите принимать решение, глядя на то, к чему это приводит в будущем, подписывайтесь на канал прямо сейчас, стараюсь специально для вас и никогда не буду вас ни в чем обманывать, это я вам гарантирую. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.